Ух, запаха преступности. Всем привет, друзья. С вами Спикер и полицейский патруль. У нас сегодня новая серия, у нас сегодня будет новый преступник и новый сезон в полицейском патруле. Сегодня у нас будет Феррари и, обалдеть, двухместно. Хорошо, диспетчер, дай ко мне задание. Я уже, в принципе, готов, мы уже вооружены и полностью готовы наказать преступность. Мы полицейский патруль и будем наказывать такого гона автомобиля. Хорошо, подтверждаем, как у нас работает сирена. Обалдеть. Феррари просто очуменно. Так, хорошо, уже вижу. Так, вижу, у нас очень много отметок как-то. Ну, короче, погнали. Именно к этой отметке у нас вроде бы едет прямо в нашу сторону, прямо по ту сторону горы. Ах, нужно подняться как-то будет. Вот тут можно подняться, и преступник прямо будет перед нами. Хорошо, не будем вызывать никого, сегодня будем, не будем чинить машинку, и посмотрим, что останется от нашей машины в конце смены. Мне довольно интересно, наверное, спущенные колеса, и машина будет вся расстреляна. Это будет жесть. Там, конечно, гоночный, конечно. Походу на какой-то форт. Форт Мустанг, походу, чертовски похож. Хорошо, будем вести огонь, конечно, если по нам тоже откроют огонь. А пока что возьмем шокер и будем, если что, по колесам. Прижаться к обочине полицейский патруль. Ну-ка, давай-ка, прям шокером. О-хо, попал, походу. Заднее колесо мы все-таки попали. Продолжает движение, да, она спустилась, но он продолжает движение. Преступники у нас довольно агрессивные. Ну, чертовски похож на Форт Мустанг. Ну что, блокируем, аккуратненько, свою машину не повредим. Хотя нас обучали, и можно сделать полицейский, как же называется, не помню. Сейчас вспомним, нужно сперва сделать его вот таким макаром и таранен. Сейчас должно развернуть его, сейчас развернет. Не очень-то и хочет. У нас, походу, мощности не очень-то и хватает. Ах ты, жесть, сейчас развернется. Ого, вот так получилось. Да, нас обучали, это мы выходим. Полицейский патруль, стой, стой вместе. Да стой, мы пушку уже. Стой на месте, полицейский патруль, выходим из тачки. Красотка, выходим. Так, на выше, без оружия. Без оружия, чувак, тоже без оружия. Стой на месте, выходим. Руки в гору уже. Так, какая-то неугомонная. Так, давай-ка на колени. Давай на колени уже. Так, все, на харе в землю и больше не встанет. Ну, кстати, было довольно эпично. Хорошо, наверное, вызываем патрульных уже. Пусть ребята приедут, помогут мне арестовать уже. Два подозреваемых и отправим их в тюрьму уже. Так, давай-ка арестуем тебя. Не хочет арестовать. Нет, сейчас захочет. Надо взять ее шокером, маленько шокером. Какая-то нам... Вот так. Пускай маленько. О, сразу заработал. Сразу заработал, и можно арестовать. Так, окейшки. Давай-ка на клинке еще раз. Так, кажется, едут ребята. Где-то ребята едут слишком далеко. Так, давай-ка арестуем. Хорошо, пускай ребята уже валяются, не хотят арестовать. Мы поедем дальше и возьмем уже. Отдыхайте пока. А, кажется, код 2, и нужен транспорт. Окейшки, вызываем два транспорта. Сейчас приедет, а вот и приехал. На какой скорости дикой. Так, мы можем даже посмотреть. Выкачим сиренки, подбегут, посмотрим, как они рисуют уже. И поедем дальше. Ребята, что стоим-то? Хорошо, поехали дальше, что у нас диспетчер еще. У нас есть прогрессик. И мы подтверждаем, конечно, погнали. Выключаем сирену, подъезжаем уже к месту преступления. И будем, конечно, выбирать... разбираться. Прямо возле магазина одежда. Так, мне кажется, нужно по прямой. Потом нужно будет свернуть. Там, кажется, ограбление магазина. Сейчас подъедем, разберемся. Так, в левую сторону нужно сократить. Здесь можно сократить. Включаем сирену уже и погнали на полных парах. Так, ну что, Феррари, в принципе, очень нравится машина. Она такая управляемая. И, конечно, мощности побольше бы ей. Так, кажется, прямо по курсу. Прямо возле магазина одежда. Сейчас проверим, кто нужен. Так, кто у нас там будет и с чем его едят. Так, прям тут. Прям тут где-то за углом. Так, выходим. Ок, вот наша. Походу на курумку, только не бронированная. Ну что, погнали. Полицейские погони, это то, что нужно. Полицейском патруле. Так, гадает, походу на курумочку. И сейчас мы будем как-то арестовывать. Полицейский патруль прижаться к обочине. Так, спокойно, там адекватный вроде бы. Хорошо, блокируем. Аккуратненько блокируем. Ох ты, жесть, как он развернулся-то. Как он быстро развернулся. Хорошо, вызываем мужа. Диспетчер, дай ко мне патрульных машинок. Сейчас мы возьмем мерзавца. На машине вижу грязь застылась. Есть кровь, грязь и царапины. Обалдеть, моделька. Так, ну что, прям за углом? Он, кажется, даже не отъехал. Да, не отъехал, он просто врезался. Так, блокируем. О, как он таранит-то. Обалдеть, вот это мощность. Мне такую тачку надо. Так, сделаем полицейский разворот. Где наше подкрепление? Я не вижу. Так, блокируем уже. Блокируем, чувак, выходим. Возьмем дробовичок, можно даже испугаться. А можно даже... Так, выходим. Можно даже выстрелить. Хорошо, уже прям по головам. Надеюсь, испугается. Так, испугается, нет? А он поехал дальше, через забор. Хорошо, погнали за ним. А где моя подмога? Она застряла где-то. Погнали уже. Что происходит-то? Ребята какие-то неадекватные. Видимо, просто выпили алкоголь слишком много. Так, блокируем.
Все, он, походу, поднял руки. Или что-то указывает ему. Или просто поглядит сверху. Отлично, выходим. Какой ты толстожопый. Так, чувак, выходи. Так, пересел. Так, что, куда идешь-то? А где моя подмога? Так, руки в гору, ребята. Руки в гору. Чувак, выходи. Чувак, куда поехал? А, это просто, видимо, угон автомобиля. Хорошо, ты в руки в гору. Руки в гору, и тебя арестую. Давай-ка свою толстую задницу уложи на землю. Нормально. Какие у тебя подмышки небритые. Так, тебя арестуем. Арестуем, Q2 сделаем и поедем дальше. Так, окейшки, готово. Так, Q2, пожалуйста, мне машинку. А, так, секундочку, кажется, наша кромка продолжает свое движение по такому же маршруту. Довольно забавно смотрится. Хорошо, выключаем сирены, погнали дальше. Диспетчер, дай ко мне другое задание. Хотя у нас есть какая-то отметка прямо сверху. Нужно подъехать и разобраться. Нужно как-то подняться наверх. Ну-ка посмотрим, друзья, что там у нас происходит. Так, погодите, у нас очень серьезный вызов. Поехали. У нас чертовски серьезный вызов. И у нас, походу, там будет перестрелка. Так, чувак, если твой приедет, ты не переживай. Вот наши копы, правда, без машины. Поехали, у нас там очень жестко будет перестрелка сейчас. Там у нас... Так, может как-то подняться побыстрее. О, как промчалась эта машина. Прям перед нами-то. Можем проверить документы. Кажется, поедет прям по трассе, а мы едем просто... Нет, мы тут не сможем подняться. Хорошо, поехали. А вот можно, может, направо. Направо сразу же. Я поехал в другую сторону. Хорошо, вызываю одну вертушку, чтобы преступник никуда не делся. Там вооруженные преступники, их нужно, конечно, поймать и арестовать. Либо просто их уничтожить. Так, вот они, прямо на перекрестке. У нас, походу, там фургончик. Ух, давненько такого не было. Сейчас откроют дверцы. О, открыли дверцы, и началась перестрелка. То, что нужно. Ну что, ребята, я могу в то время тоже отстреливать. И одним выстрелом один труп. Да, у нас, видимо, очень много... Кто хочет нас убить? И что, началась перестрелка уже? О, второй труп, это чудесно. Ну что, блокируем, можно прям... Ух, не получилось сбить. Прям по заднице не получилось. Сейчас получится. Прям стоп, прям стоп. О, вот это красиво было. Это чертовски красиво было, и началась перестрелка. Так, выходим уже. Красавцы, все выходим. Так, по колесам. Просто приберем и по колесам. Полицейский патруль. Я хотел сказать... Мне просто сбили. Сколько крови-то? Так, быстро садимся. А где наша вертушка? Я, по идее, вызываю вертушку. У нас две отметки. А, секундочку, прямо передо мной отметка. Я не вижу ее. Ну, вот невидимка получается. Обалдеть. Хорошо, погнали. Вызываем побольше ребят. Ребята, у нас вооруженные преступники. Еще два преступника в машине. Так что меня просто взяли и обогнали. Какие макары, меня просто взяли и обогнали. Где мои скрипты? Обалдеть. Хорошо, ребята, разберутся. Интересно, он будет вести огонь тоже? Ребята, открывайте огонь. Мы тоже открываем огонь уже, и начинается полный кипиш уже. Вот, то есть сняли последнего. Остался только водитель. У него тоже, по идее, есть оружие. Ну, по идее, есть. И он побежал в гору, куда-то в горку. Ребята, прям за ним. Красотки, давайте за мной. Всегда мечтал, чтобы толпы красоток бежали за мной. И это случилось в полицейском патруле. Так, чувак где-то в кустах. Нет, не в кустах. Он свалился. Прям по заднице. Это больно. Где ты валяешься? Ох, у него есть оружие. Это было в гору. Чувак, прости. Красиво, конечно, упал. Просто чертовски красиво. Мне нравится. Хорошо уже. Забираем твои денежки, патрончики и поехали дальше. Красотки, вы просто очуменные. Так, еще две красотки. Как-то сегодня у нас много красоток. А он, походу, у нас... Парень, да, два парня. Хорошо, у нас есть угон автобуса рядом с нами, и нужно... У нас, кстати, есть красная отметка. А, это просто человек-невидимка был. Хорошо, подтверждаем. Диспетчер, я поехал наверх. Так, включаем сирены, погнали наверх. Эх ты жесть, какие красоты, обалдеть. Да, новый ПК тянет просто на ультрамаксим и смотрится просто очумено. Плюс еще поставил парочку модов и просто графон... Стало летно, друзья. Так, ну что, поднялись наверх уже. И что у нас? Преступник угон автобуса. Он будет не очень-то и быстро ехать, я думаю. И как-то нужно будет его... Бедные диких животных. Ух, тигры бегают. Обалдеть. Хорошо, погнали. Мы как-то уже... Он вижу автобус. Угон автобус, конечно, очень серьезно. Можно было поверх проехаться. А, поехали сюда уже. Как-то у меня слишком много красных отметок на карте. Много преступников, которые нас хотят убить. И догоняем уже автобус. Так как его, ну, нужно все-таки взять его. Даже не знаю, у нас бывает даже и таранит. Так, спокойно, там чувак какой-то. О, мы по встречке. Это не очень хорошая идея. Прям по встречке, это чертовски плохая идея. Хорошо, вызываем вертушку. Можно вызвать даже и боевушку. Так, разворотик. Полицейский патруль бежит к обочине. А можно, в принципе, его даже с обочины просто столкнуть. Хотя это автобус, его даже довольно сложно будет. Вот именно... А, нет, не получится. Это у нас ограждение. У нас ограждение, нужно где-то его реально столкнуть вниз уже. И тогда уже там даже есть... Там есть даже
Заложники? А ну-ка, чувак, давай-ка прямо сюда. Надеюсь, нас не столкнет. Хм, это было бы забавно, если нас столкнули. Полицейский патруль прижаться к обочине. Какого черта, мы уже прижались к обочине? Что ты, чувак, делаешь? Так, выходим. Походу остановим. Нет, не могу выйти. Не могу выйти, еще движение есть. Ребята, едут прямо передо мной. Просто конвой какой-то получается. Это реально конвой. Ну-ка, вот вид с камеры сверху, это просто обалденно смотрится. Нас просто берут и тащат. Обалдеть. Это полицейский патруль, друзья. Так, походу, все останавливается. Эх, нет, походу, не хочет. Так, маленько вперед. Мы все-таки держим. Может, кто-нибудь еще передо мной встанет? Ребята, едут уже пытаются. Задний ход. Задний ход, передний. Ох, нас сейчас реально просто столкнут. Нет, столкнули. Хорошо, видимо, открываем уже огонь, наверное, шокером. Шокером прям по колесам. Не вижу колеса. Нет, прям вниз попал. Прям вниз не считается. Нужно прям вот так, в покрышку. Обалдеть, сняли. Окейшки, пока еще раз. Ох, два колеса сняли. Два колеса уже и едем на таран. Вот таким макаром. Ну что, уже два... Первому столбу. Первый столб. Ну, походу, я врезался в первую машинку. Хорошо, можно еще два колеса. О, попал, кажется. Вроде попал. Ребята, давайте брать его. Сколько уже полетели? Ух ты, сколько Феррари. Обалдеть. Это у нас шериф и ездит на Феррари. Это обалденно, ребята. Мы крутые. Мы круче, чем даже в городе. Так, ну что, блокируем уже? О, реально, по-жесткому нужно блокировать. Покручили. О, вдвоем встали. Ну-ка, дай-ка вперед. Нет, толкнул все-таки нас. Давай, чувак, тоже остановись. Ух ты, жесть, вот это получилось круто. Какая делегация. Так, нужно как-то выйти отсюда. Мы выходим. Полицейский патруль. Ох, у нас просто щелком снесло. И пока там понеслось потеха. Хорошо, быстренько в машинку. Чувак, все в порядке. Ребята, по машинам быстренько и вдогонку. Это просто угон автобуса, и как-то слишком долго мы его останавливаем. Так, задний ход девает. Даже не знаю, как его тормозить. Может, о, вот это жестко было. Чувак, ты просто реально крутой. Дай-ка тоже попробую. Это просто чуменно. Нужно снять еще два колеса. Да, первый столб, я не вижу столбов. Нет, не тот столб, который нужен. Нужен такой реально, реально хороший. О, первое дерево тоже сойдет. Это было круто. Ребята, берем его уже. Так, блокируем. Блокируем задницу. Он все-таки развернулся. Жесть, не успел все-таки. Я не успел реально один сделать. О, походу, все. Встал. Стой, полицейский патруль. Открываем огонь. Уже открываем огонь, даже не знаю по кому. Так, ребята, разъехали, даже за сторону. И погнали дальше уже. Жесть. Может, конечно, по-жесткому, друзья, остановить уже, открыть огонь и просто его убить. Но мы полицейский патруль, мы довольно честные ребята и работаем по-честному. Там он поехал, кажется... Он уже спустился с горы. Мы были на горе, он уже спустился с горы, и мы продолжаем движение. А где наша вертушка? Вертушка, дай ко мне. Нормально, что врезались. Так, ну что, вертушка, по идее, должна прилететь. Я не, правда, не вижу ее еще. Делегация у нас собралась довольно большая. Сейчас, ребята, возьмем этого мерзавца. Ух, прям по трактору. Это было жестко, ребята. Сейчас догоним. Прям через кусты, через холмы. И я вот уже на другой стороне, и можно вести открыть огонь прям по колесам с другой стороны. Чувак какой-то неадекватный. Там заложники есть. Там, по идее, один заложник. А, по идее, он был. Сейчас его уже нету. И куда-то, видимо, делся. Успел, наверное, выйти, когда притормозил. Ну, ты жесть. Вот это погоня, друзья. Такого еще не было давненько. Так, нормально врезались. Походу, в кого-то джип. Меня еще протаранили. Давай-ка задний ход. Давай задний ход. Не хочет. Сейчас захочет. О, поехали. Бедная наша машинка сегодня. Просто размазана. Так, ну что, походу, его тормознули, я вижу. Там еще впереди ребята встали. Нет, он продолжает движение. А где наши вертушки? Я даже не понимаю, в чем проблема с криптом. У меня нет вертушек. Можно вызвать даже боевушку, но она не будет работать. Можно съехать с дороги. Съезжаем с дороги и блокируем. Ну что, друзья, ей можно вперед, можно, по идее, использовать шипы. У нас есть шипы, и можно их использовать. Хотя, какого черта, уже у него нет колес. Была не была. Сейчас реально нужно что-то интересное придумать. Так, он едет на нашу сторону. Идем поворот. И выходим. Выходим, блокируем дорогу. Берем дробовичок и уже, конечно, будем открывать огонь. Ну что, полицейский патруль, стой на месте. Его просто берут и таранят. Чувак, стой на месте. Открываем огонь поверху. Эх, походу, я в него попал просто. Он живой еще? Не, походу, он мертв, друзья. Но было довольно красиво. Блокировали дорогу, правда, одну машину, это сложно сделать. И он у нас просто мертвый. Я хотел просто поверху стрельнуть, но получилось, видимо, дробь. И получился такой выстрел. Хорошо, скорая помощь тебе. Скорая помощь тебе, конечно, и гроб тебе. Поехали дальше. Что у нас есть еще? Мы промчались, ребята, куда-то поехали на вызов. Так, спокойно, пускай проедет. А вот и скорая помощь. Так, дверь закроется. Дверь закрылась и сразу сломала стекло. Ты припарковалась, конечно. Ребята, реально скорая. Хорошо, что у нас есть здесь вечер еще. Угон гольф-карта. Это где-то в другом месте. Угон танка. Это да, друзья, это довольно интересно. Даже не знаю, как его взорвать. Ух ты, да. У нас есть танк, у нас есть цель. И нужно ее как-то остановить. Так, ребята стоят. Красотки. О, стой на месте. Чуть не врезался.
Все спокойно, садись, чувак, за мной. Сейчас будем брать танк. Даже не знаю, как его брать. Может вызвать боевушку. Хотя, давайте попробуем, наверное, все-таки вертолет. Вертолет у нас почти не работает. Короче, берем уже сватом. Они будут довольно пожестче, ребят, и будут блокировать дорогу. Ну что, танчик, нужно как-то остановить. Полицейский патруль прижался к обочине. Ребята, проехали. О, поворачиваю дом. О, в другую сторону поехал. Подальше от него. Жесть. Так, ну что, интересно, еще припримет? Он решил прям по машине проехаться? Нет, он проехал. Он прям по встречке подвинул и поехал дальше. А где наша подмога? Я вроде вызывал сват, но пока что ее нет. Хорошо, мы пока просто ведем преступникам, и чтобы у нас никуда не скрылся. Сейчас приедет сват, приедет вертушка, и мы разберемся. Я даже не знаю, по какой части танка нужно стрелять из обычного, а не из стрельного оружия, чтобы его остановить. Ну, это, конечно, не Battlefield, это GTA 5. Нормально, ребята, блокируют. Покуда не того. Но все-таки таранул. Да, ребят, тараним уже побольше машинок. Побольше, побольше. И берем просто, берем тараним. Он выстреляет в стенку, и тогда уже, по идее, взрывается. Ну, хорошо, поехал уже спикер. И сейчас разберемся. Вот таким макаром, пожестче. Ну, надо же танк. Довольно сложно, конечно, его повернуть будет. Он просто едет и едет на пролом. И ему, конечно, по барабанам. Хорошо, вызываем побольше, ребят, побольше вас. Побольше вас, побольше смертей. Машины уже все размазаны. Конечно, берем на таран. Может, свою Феррари тоже будем размачить. Ух ты, жесть, как мы... Бедная наша тачка. Это, чувак, это было жестко. Давайте. Все дружно бросаем в задницу. А почему именно в задницу? Может, нужно наперед уже? А ну-ка же, наверное, наперед и поедем прямо навстречу танку. Это будет интересно. Сейчас предпримем такую идейку. Так, ну что, мы набираем скорость. Там прямо перед нами. Резкий поворот. Ух ты, сейчас будет нечто. Ну что, набираем скорость. Он едет прямо на нас. Даже не знаю, будет открывать огонь, либо не будет. А он, мне кажется, куда-то решил свернуть. Там есть еще препятствие у него. Препятствие не мешается. Эх, ты прям под колеса, и не получилось все-таки. Так, походу остановился. Нет, он поехал дальше. О, вот это задницу сплющил. И чуваки еще едут. А, жесть. Вот это жесть. Такого еще не видел, друзья. Так, ну что, уже не знаю. Ну, открываем огонь, конечно. Открываем огонь. У нас что есть? У нас шокер и обычный пистолет. Ребята, как вы там? Это что-то... Это что-то с чем-то. Модель, конечно, не очень-то и хорошая, но это смотрится обалденно. Хорошо, нужно припринять еще такую же... да, обгоняем. Берем, обгоняем, потом едем навстречу танку. Я даже не знаю, что будет. О, байкера. Байкеров, конечно, я бы арестовал. Так, ну что, у нас есть там ей байкера. И, походу, политический разворот. Ну что, погнали. Так, давай наперед. Давай наперед уже, прямо на танк. Это будет сейчас интересно. Что же будет? Так, открываем огонь уже, не знаю, по байкерам. Пускай проедет. И прям на танк. Сейчас будет что-то. Ну-ка, выпрыгиваем из башенки. Можно было С4 взять. Ух, это нашу тачку просто расплющили. Сейчас, друзья, увидим, что от нее осталось. Если, конечно, она не рванет. Так, чувак, все в порядке? Все в порядке с тобой. Какого черта от нашей машины осталось только дверца? Вот так нам. О, походу остановился. Походу, наша тачка все-таки смогла справиться. Где наша тачка? Так, выходим, вытаскиваем. Так, давай-ка прям наверх. Это было что-то интересное. Ну-ка, выходим. Чувак, вытаскивай его. Давай, вытаскивай. Так, дверь, люк, походу, закрытый. Нет, откроем. О, похарь его. Похарь его, вот этого черного. Ух ты ж. И сел в танк сам. Ребята, берите его. О, спокойно, спокойно, я вообще выйду. Я сейчас выйду в танк. Это было довольно эпично, друзья. Обалдеть. Он убил, походу, наших. Да, одну тачку уничтожил. И четырех наших просто уничтожил. А как же было красиво. Так, где наш преступник? Бедная наша машина, друзья. Ну что, преступника арестовали, в принципе. Вызываем скорую помощь. Конечно, нашим ребятишкам, но мы остановили танк. Это было красиво. Ребята, вас слишком много тут. А мы увидимся уже в других роликах. А с вами был Спикер, друзья, и увидимся. Всем спасибо и всем пока.